Создатель электромобилей Tesla собирается построить в Европе свою гигафабрику. Это огромный комплекс и тысячи рабочих мест. В какой стране, пока неизвестно. Однако наши программисты решили сыграть на опережение и создали фабрику в виртуальном пространстве. Платформой стала знаменитая игра Minecraft. Производитель идею оценил. Заметив это, Tesla заявила в своем аккаунте в социальной сети Twitter, что, цитата, «Литва знает путь к нашим сердцам». Впрочем, заманить производителя электрокаров в нашу страну – задача непростая. Условия компании – весь завод должен обеспечиваться исключительно зеленой энергетикой. Именно поэтому гигафабрику в США построили в штате Невада. Солнце там светит едва ли не круглый год. Наш климат для производства такого электричества неподходящий. Возможно, спасти может ветряная электроэнергия, но мешает другое условие компании – огромная площадь земли под целый город. В небольшой Литве таких площадок немного. Но в любом случае нашу страну из-за инициативы группы молодых программистов компания заметила, а это уже победа, уверяют в Литве.